Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю быструю в приготовлении, красивую и очень вкусную праздничную закуску. Это будут тарталетки с селедочкой. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о такой закуске. Не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала вареный бурячок натираю на мелкой терке. Натертый буряк немного посолю, добавляю к нему мелко нарезанный зеленый лук, также добавляю немного майонеза и все хорошо перемешиваю. Филе слабосоленой селедки нарезаю на небольшие кусочки. Для закуски понадобятся песочные тарталетки. Беру одну тарталетку. Также вот нужны листья салата. Я их хорошо помыла. И теперь в тарталетку я выкладываю вот таким вот образом листья салата. Немножко вот так вот вовнутрь. И чтобы вот немножко листик торчал, чтобы было красиво. Можно вот эту вот серединку, грубую часть, ее вот так вот ножничками отрезать. Листик я положила, и теперь тарталетку наполняю приготовленной свекольной массой. Сверху, друзья, выкладываю кусочек селедочки, вот так вот. Немножко вот так придавливаю ее. И на селедочку немного горчицы в зернах. И вот такая, друзья, у меня получилась красота. И таким образом я оформлю всю остальную закуску. Праздничные тарталетки с селедкой готовы! Вот такая красивая, аппетитная и очень вкусная получилась праздничная закуска. Для любителей селедочки такая закуска точно понравится. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!